Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев на торжественной церемонии наградил несовершеннолетних, проявивших мужество при задержании преступников. Среди юных героев оказались и владимирские ребята, студенты авиамеханического колледжа. Егор Новоселов, Денис Балычин и Владислав Савин обезвредили и удержали до приезда полицейских вооруженного ножом мужчину, который угрожал девушке. Я увидел девушку, за которой бежит человек, мужчина. Вот. Девушка кричала, просила помочь. Я подошел к ним и начал выяснять. Девушка была в состоянии шока. Я понял то, что мужчина ей угрожает холодным оружием. Вот, и решил предпринять какие-то действия по оказанию ей помощи. История случилась в апреле 2021 года. В одном из дворов Владимира мужчина с ножом вел себя вызывающе и угрожал девушке. Студенты колледжа были первые, кто прибежал на место. Шли по улице и услышали крики. Решили прибежать на зов помощи. Вот. Забежали в переулок и увидели ситуацию, как Егор пытается выбить нож у правонарушителя. Я, недолго думая, подбежал сзади, схватил его и прижал к стенке. Ребята сработали как настоящая команда. Владислав Савин обездвижил нападавшего. Егор Новоселов выбил нож. А Денис Балычин отвел девушку на безопасное расстояние. Потом они удерживали агрессивного мужчину до приезда полиции. Парни не спасовали перед опасной ситуацией, возможно, еще и потому, что они учатся на факультете правоохранительной деятельности. А в свободное от учебы время занимаются спортом. Раньше, еще до колледжа, я занимался боксом. Ездил на соревнования, вот побеждал даже. Потом выбрал профессию, правоохранительная деятельность. Обращаясь к награжденным, министр отметил, что деятельность полиции невозможна без поддержки и содействия населения. Работа по раскрытию противоправного деяния начинается с поиска очевидцев, других людей, которые обладают значимой информацией. Если кто-то запомнил приметы, направление движения скрывающегося автомобиля с места происшествия, это поможет быстрее найти его, злоумышленника, привлечь к ответственности. Особая сила духа и самоотверженность требуется, чтобы вступить в открытое противостояние с агрессивным, готовым на все правонарушителем. Почетной грамотой МВД России награждены Новоселов Егор Витальевич, Балычин Денис Сергеевич и Савин Владислав Максимович. Анна Богданова, 6 канал.